Привет! Да, давно тут ролика да не было на Гурман Века. Сейчас я, короче, вам буду делать обзор на этот чай. Вот этот чай, вот именно в этой кружке. Чай называется Канди. Вы пили чай Канди? Чай Канди вы пили? Так, шоколадка называется Победа. Сейчас на эту буду Победу. Не, она называется, это марка Победа. Так, классик шоколад. Это пористый молочный. Пористый? Он что, с порами? Ну, сейчас мы его, короче, это, надо его благословить. Вы же давно не видели, как я благословляю. Ну, потом надо еще найду со смехом что-нибудь записать, когда-нибудь для 400. А может, 4500, не знаю, когда-нибудь запишу. Сейчас мы благословим. А вы можете в этот момент танцевать. Так лучше будет вибрация идти. Ом Твамя Сакшат, Шри Ади Шакти Матаджи, Шри Нядиви, Намо Намагами. Вау, клево, теперь шоколадка святая. Да? Так, посмотрим. Вот такой вот шоколад. Вот такой он. Упористый или напористый. Сейчас мы его оценим на вкус. Изумительный вкус. Качача. А вообще. А что за зам? Блин. А состав какой? Срок годности 18 месяцев. 21 января сделали 2020 года. 24 июля будет просрочено 21 года. Так. Так, состав. Где тут состав? А белки, жиры, углеводы, энергичная ценность. Нормально. Блин, руки теплые тают. О, интересно, на шоколад и ракет поставить надо будет, клево. Вообще классный шоколадик. Изумительно. Как мне с ракетой, нормально? Такое. На пол шестого. Ну не у меня на пол шестого, а ракет на пол шестого. У меня там все чики-брыки. Чики-брыки. На. Шоколад такой фирменный. Настроение клевое, я смеялся. Это было весело. Кстати, короче, смех. Сейчас. Смеха – это позитив. Это иммунитет повышается. Поэтому надо больше улыбаться. Надо. Короче, я хейтер, я вас буду выгонять. Будете писать мне? Сейчас я вас буду удалять. Потому что не хочу, чтобы на моем канале было негатива. Вот так вот, поняли? Веди себя хорошо и не будешь удален. Если тебе интересно, смотреть, как я развиваю свой канал. Ну ты своими сиськами меня это нахуй, блядь, жизнь сломала, блядь. Ванька, всем пока. У меня мама с сиськой чуть не сломала это, блядь. Капец. Всем пока. Я вас всех люблю. Особенно свою. Ванька, всем пока. А?